Я как-то в поликлинике, помню, сидел, и подходит мужчина, говорит: «Вы Лазарев?» Я говорю: «Ну да». «Скажите, а как жить? Как надо жить человеку?» Я, говорит, много книг прочитал, могли бы мне одной фразой сказать? Я говорю: «Ну как, с верой, любовью, добродушием». Он говорит: «А вот я занял деньги, мне не отдали долг». Нельзя же обижаться на того человека. Я говорю: «Не, конечно, нежелательно обижаться. Чем больше вы его считаете виноватым, тем больше у вас будет расти обида, а обида на тонком плане – это уничтожение другого. И вы только проблемы по здоровью себе получите. Чем больше вы считаете, что причина в вас, тем меньше у вас будет агрессии к другим». Он говорит: «А на себя обижаться можно?» Я говорю: «Вы ведь не виноваты. Запомните на всю жизнь, вы не виноваты в ваших ошибках. Виноват ваш характер, неправильное воспитание, ваш недостаток развития. Вот с этим и работайте. А ваше «я» истинное, оно божественное, оно чистое». Поэтому чем больше вы видите причину проблем в себе, тем больше у вас стимул развиваться. Научиться воспитывать других, контролировать ситуацию, предвидеть события, просчитывать их, правильно себя вести, себя воспитывать. И тогда вместо обид на кого-то у вас появляется целое море возможностей, которые вы можете использовать. Поэтому обида, которая относится к кому-то, это и есть примитивная форма защиты. А вот воспитание, управление, предвидение – это более совершенные формы защиты. Вот к ним и переходите. Как простить человека, который нас сильно обидел? Или мы считаем, что он сильно нас обидел? Если обида никак не уходит, если она всплывает и всплывает, нужно понять для начала простую вещь. Если мы не готовы любовь поставить на первое место, прощения у нас не получится. На все воля Всевышнего. Бог есть любовь. Все происходящее во имя любви. Поэтому сначала нужно почувствовать любовь, увидеть божественную волю во всем и увидеть в близких людях божественное начало. Они безгрешны внутри. Они божественны. А снаружи мы все несовершенны. Так вот, сначала ощутим чувство любви к близким. Ощутим, что божественная природа в них вечна и неугасима. Что на первом месте любовь.